Кто гулять пошел? Ты пошел с папой гулять? Папа. Папа какой? С папой побежал гулять. В огород пошел, да? Папа. Копаться. В огород пошел копаться? Папа. Да? Папе помогать? Давай. Давай, стой. Поднимай ножку. Папа. Молодец. Так вот ножку. Да, покушал вот, и пошел гулять. Хороший мальчик. Да. Все. Иди давай, сыночка. Друзья мои, всем привет. Помощник. Ой, помощник, помогатор. На грядку бежит. Все, куда побежал? Коровку пойдем смотреть. Где Муня? Пойдем Муню смотреть. Пойдем скорее Муню посмотрим. Вот она Муня. Ты боишься, что ли? Вот она Муня. Не надо бояться Муня. Там телятки. Телятки, это звездочка наша. Звездулька. Фух. Копаю, девчонки, Викторию пропалываю. А Матвейка тут нам помогает. Никак. Виталий его убирает с грядки, он бежит, и все равно на грядку надо. Ну вот, отвлекся, да? Отвлекся маленько. Муню посмотрим. Вот она, звездочка. Звездочка уже пастись хочет. У нас зелено, все листики зеленеют. С каждым днем все лучше и лучше становится. Сегодня погода хорошая. Такая неплохая. Матвейка даже сегодня в кепке. Вчера ходили в кофте, в ветровке. Еще в куртке. Я вчера вот в этой тужурке, еще в кофте. Ой, вообще. Сегодня прекрасный, чудесный денек. Замечательный. Да? Вот по навозной-то грядке. Папка сегодня тут. Вон что наделали. Сюда гряду сделали. Туда гряду сделали. Так что у нас две огромные грядки. Будем садить что-нибудь. Что-нибудь. Огурцы, кабачки, тыквы. Не знаю. Так, ну что, ты стой с ним тогда. Я пойду дела делать. Вот так вот. Заставляешь брата лазить по забору, да? Кепку выбросил, корове. Ай. Звездочки хотел. На, звездочка, меряй кепку, да? Ой. Он сейчас, это, смотри за ним. Выбросит снова. Так что. Солнышко светит. День сегодня хороший. Я тебе говорю, что он выбросит снова сына. Ну, у нас, девчонки, вечер. Вечер. Мы жарили пироги. Нажарили, я говорю, пойдем. Ой, нажарили, наелись, пойдем, говорю, растрясаться. Залазь и не давай ему больше. Все. Матери некогда тут с вами. Надо скорее прополоть Викторию. Хоть что-то маленько делать. Он потому что сам хочет. Хочет сам туда залазить. А январь смотрит на вас, скажет, у, что такое? Что они тут? Ну. Да. Зачем кепочку-то бросаешь, сыночка? Сейчас вот Виталий снова через забор лезти. Я тебе говорю, не одевай, одень ему тогда капюшон. Ну, пусть в капюшоне тогда будет. Виталя, ты сильно-то в детстве не лазил по заборам. Ну вот, брат тебе говорит, поползай хоть. Да не одевай ему, не одевай, сына. Он снова ее выбросит туда. Все, не нужна ему кепочка. Куда я тогда? Давай сюда мне. Давай. Матвейка, а. Пушистик. Пушистик маленький. Атя, баловень. Они еще хрупкие. Осторожно, ну. Все, насмотрелся коровок. Вот давай копай, копай. Мама там копает, ты здесь копай. Помощник, да? Помощник, он смотри сейчас по грядке прям. Держи его. Он еще не понимает, что можно, что нельзя. Что нельзя по грядке ходить. Фух. Матвейка играет, у нас тетя Аня пришла. Вика, что она орет, звезда? В теплице была жара вообще. Я думаю, правда из бани? Ну нет, конечно, в теплице была. Немножко духотища. Я все форточки открыла, двери. Жарко? Вообще, перцы буду высаживать. Думаешь? Я не думаю, я сейчас... Анька, ночью холодно. Я с бабушкой сейчас с соседкой разговаривала, вот напротив. Но? Она говорит, я уже помидоры, огурцы высадила. Не знаю, я не буду торопиться. 3-4 градуса выдержит. В прошлом году как посадили? У меня потом перцы замерзли. Ну, у меня замерзли. В прошлом, не позапрошлом году. Вот в этой теплице перцы замерзли у меня, острые были посажены, да. Все 10 штук. А вот в этой, эта теплица у нас здесь стояла, здесь... У меня самые крайние подмерзли помидорки, но они у меня отошли потом.
А те, которые туда, они это нормально? Не, не буду торопиться. Даже огород будем после 15-го садить, наверное. Считай, что земля холодная. Ну, что большие? Ты посмотри, вон он мне сделал в теплице-то. Туда навоз натаскал, получается, это. Ой, ну они мне сплошным, сплошняком вот так вот сделали. Сейчас вот надо где-то землю брать. Ать, побежал, помощник. Какой молодец. Помогает он тут копать. Скажи, скорее хочу туда, да? Роблю, скажи, работаю. Лопаточку забыл, сейчас скажи, я земли туда. Давай земли таскай, сыночка, туда, в теплицу. Да. Давай, неси скорее, молодец какой. Его шатат, парня, он весь это грязный. Кепку он выбрасывал сейчас коровам. Стоял коров, смотрел. Вот так вот, сейчас я тебя покопаю. Виталий, пришлось через забор лазить. Мошки какие-то взялись? Мошки, вообще мошек много. Так жарко, что? Значит, будет. Лето жаркое будет. В прошлом году тоже мошек много было. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Что будет, что у нас нарастет, что мы нарастим, да? С помощником, с нашим. Ты с помощником будешь сидеть, да? Ну, разделим, на там дорожки надо будет сделать. Он мне сказал сделать, конечно. Тут еще только вот они. Ну, все, они сегодня утром, считай, только вот вытаскали сюда навоз. Тут вот натаскали, считай, мне навоз этот, тыквы или кабачки, кого я буду садить. Ну и вот две гряды полностью сделали, считай, вдоль заборов-то. Я ему нашла эти, кто они, плетеночки. Да? Ну, пока в кроссовках. Ты вот сегодня вечер в футболке, а вчера вот я ходила в тулупчике и в куртке. Холодище. У меня горло заболело. Да ну. О, сейчас смотри, что. А это может от навоза мошки? Может быть. Не знаю. Куча детей у нас. Я пью сына, ты мне бутылку дала, пробку не открутил. Муж цепи готовит. Собрались мы на эту, на нашу набережную погулять. Ой. Поделали дела. Муж управился. Ты не пойдешь, Саша, с нами? Нет. Не пойдешь? Нет, цепи надо. Ну ладно, мы пошли тогда. Все, на машине, говорит, поеду, да? Нет, на колясочке поедем. Пойдем скорей. Пойдем в колясочку, пойдем. Дети на перегонки. Катя с Настей, да, Настя? Кто коляску повезет? Ну, по краешку идите. Сходим, прогуляемся, да? Мы вчера вечером гуляли. Мы вчера нагулялись, пришли домой, я давай полоть. Тут бутун, говорю, пропалю, все. А с ним что, не больно наработаешь? Я вначале домой его звала. Нет, ни в какую. В 11 часу домой только зашли. Ну, Катя. Легкий, говорит. Ага, Катя. Нет, он тяжеленький. Ну, 8, наверное. Анюта, сколько время? Время уже, наверное, все 8. Ну, я говорю, часов. Да? 4 часа уже. Ну, вот, нормально. Идем, девчонки, на нашу набережную. У нас сегодня тут перестановки. Тренажеры. Плохо видно, вот тренажеры туда вот поставили. Они были под крышей были тренажеры. Да, Матвейка лежит. Ой. А там что-то новенькое завезли. А там новые, Анютка, тренажеры привезли, смотри. Но. Уже темненько, как бы вроде это на камеру-то кажется. Ваня, не бегай туда. Ваня на тренажер побежал. Все, поменяли местами. Старые вон туда поставили. А новые привезли сюда. Кто там? Все, дети побежали заниматься. Да. Козочки пасутся. Ну вот. Еще больше тренажеров будет. Ага, смотри. Но. Тут хотя бы заливают, вроде вон что-то делают. Но. А то те были, стояли даже не прикручены, ничего. Так что ничего, народу сегодня тут гуляют. Люди там, смотри, тоже вон по дорожке-то. Угу, классно. Такой вечерочек.
Ну, туда вон дальше, но одна качеля осталась. А там две вроде их было по дороге-то. Две, да, две или три было, но поубирали. Ну да, вроде. Может, сделают, но вот видишь, новые тренажеры привезли. Будем заниматься, ходить. Ой, красота. Тепло. Хорошо. Мухи не кусают, да? Слава Богу. Насчет обоев. Обои мы еще клеить не начали. Сегодня нам было некогда. Так что позанимались в огороде, съездили на кладбище, пироги ляпали, жарили. Так что сейчас вот мы пришли погулять. Так что такой у нас вечер. Да? Помаши ручкой. Попрощаемся. Небольшое такое видео. Наш вечерок. Да? Так что всем пока-пока. До скорых встреч, друзья. Пишите свои комментарии.